друзья, вот как вы думаете, если вы употребляете, допустим, рыбу, и вам очень нравится ее вкус, зачем это сочетать с кетчупом и майонезом? Вот я спрашиваю Дэнни. Дэнни, why are you combine taste of a fish with ketchup and mayonnaise? Can you explain me? Barbecue, okay, anyway. For me, it is killed taste of any... Not mayonnaise, it's yogurt. Anyway, why you combine together? Why you could not eat separate? Why you put oil on your food? Why I put oil into my... Yes, you are right, Danny. Because you like it. Yes, and you like to combine everything. And I like that. Окей. Порой, конечно, мне видны ошибки, которые являются первопричиной в gain weight. То есть, почему мы набираем лишний вес? Потому что мы делаем базовые привычки, ошибочные действия. И мы верим в то, что кетчуп и майонез – это вкусно. Но на самом деле это и есть там лишний сахар, лишняя соль, которую мы абсорбируем, а потом нам тяжело скинуть лишний вес. И иной раз мы не замечаем эти ошибки, но когда с нами есть коуч, да, он всегда может откорректировать. Видите, Дэнни теперь хочет мою капусту, потому что она низкокалорийная. И он все равно добавляет туда сметану, которая, конечно же, хорошему не приведет. Но в том плане, что, конечно, сметана и молочка, все это пагубно воздействует на нашу фигуру, и животик у нас растет. И чтобы себя отучить, очень важно наполняться мотивацией от своего куратора, ментора, коуча. Жду всех на коуч-программах по коррекции веса. Да, Дэнни? Мы уже скинули 30 килограмм. 30 килограмм. 30 pounds with minus. This is our result. But step by step. Не все так быстро. Но, видите, теперь мы пьем воду, а раньше мы пили только сладкие напитки, такие как Coca-Cola, Fanta, вот, а теперь у нас вода. Ну, от майонеза мы пока не отвыкли, но брокколи уже начали есть, хотя до этого Дэнни вообще не воспринимал зелень как еду. Вот так, через терник к звездам. Всех люблю, обнимаю, всегда ваша Кейт Спирит. Пока-пока!